А челябинских подростков попросили соблюдать порядок на концерте Макса Коржа. Он пройдет в Челябинске 31 мая. И в полиции решили выступить с предупреждением. Предыдущее выступление певца в городе обернулось ЧП и задержанием фанатов. В заявлении ведомства сказано, если дети на массовых мероприятиях нарушат закон, ответственность понесут их родители. На концерте будут дежурить сотрудники полиции и проверять всех фанатов перед началом, чтобы никто не пронес алкоголь или фаеры. Так случилось на прошлогоднем шоу исполнителя. Поклонники, которые специально приехали из Екатеринбурга и Перми, зажигали огни прямо в толпе зрителей. К счастью, тогда никто не пострадал, но шестерых фанатов задержали из-за угрозы для жизни других поклонников. Кстати, на новый концерт гости из соседних городов тоже собираются. В уральской столице собрали уже 6 автобусов.